Всем привет! Ребят, всем привет! В Лас-Вегасе выходные, и мы сейчас едем на нашу первую пул-пати в Лас-Вегасе. То есть вечеринку у бассейна. Мы уже приехали в центр, и сейчас пойдем в отель Космополитен. Идем мы с Луизом и Алине. Кстати, ее зовут не Алина, а Алини. Вот, это такое вот имя. Они бразильцы, они не русские. Вообще забавно, мы первый раз идем, и здесь очень это популярно в каждом отеле летом. Здесь уже лето, можно сказать. Ну, да. Проходят вечеринки такие каждые выходные или каждый день. Я не знаю, мне кажется, выходные. Ну, короче, мы не знаем. Ну, выходные точно проходят. Там очень много народу, мокро, шумно, вечеринки, диджей, там все дэнс, пати. Развлекается молодежь, и тоже. К сожалению, там нельзя снимать. Но мы постараемся поснимать на телефон. Да, на телефон точно. Да, потому что там сейчас будут нас прям проверять. И люди с GoPro-шкой пытались пройти, но не разрешили. Вот поэтому на телефон, на стори, добрый телефон будем снимать. Мы пришли, тут такая очередь вообще, столько людей. Здесь всякие диджеи выступают. Вот сегодня кто выступает? 22 числа будет диджей Кайлет. Ну что, для вечеринки? Народу в бассейн, там вообще не прикоснуться. Мы дома, вечеринка была просто отпадная, позитивная атмосфера, там все веселятся, тусуются, мне очень понравилось. Ну да, прикольно было. Хотя я не танцую, только победный танец, но все равно было весело. Клуб назывался как? Называется? Марке. Вот. Кстати, для пар бесплатно, для девчонок бесплатно, а для мальчиков $45. $45, да, вход. Но я не знаю, я бы просто, если бы я один пошел, вижу толпа девчонок, можно да. Я с тобой пройду? Да, конечно. $45 платить за вход, нафиг надо, раз прошел. Кстати, о ценах, клуб очень дорогой. Это вот, кстати, очень такой, значит, серьезный минус. Бутылка воды стоит около $10. Это у нее себестоимость 20 центов. Я уверен, они там закупают, ну, знаешь, такими большими пачками. Допустим, пиво. Ты закупаешь себестоимость $1, пиво около $20-25 там стоит. Офигеть.
То есть, прикинь, какая надкрутка, 2000%. Ну, вообще, конечно, очень классно так повеселиться. Сюда приезжают на выходные, молодежь там развлекаются. Ну да, там очень много всяких девичников, мальчишников было. Да, да, кстати, вот. Я думаю, местные сильно туда не ходят. То есть, сервер, кстати, очень хороший. Все проверяют, меня посмотрели, весь мой рюкзак, вот так вот все просканировали. И сервис офигенский, вот так думаешь, да. Вечеринка, все везде разлитые, там напитки, стаканы пластмассовые. Нет. Вообще чистота идеальная. Там тут... В туалете даже стоят столик, где разные духи, крема. Ну, это все как бы бесплатно, но за чаевые как-то так. Ты можешь не оставить, я только пошутаю, слышишь? Ну да, все очень чисто, красиво. Ты не успеваешь руки поднести к мылу, чувак только подбегает уже. Тебе у нас не было такого. Не было, у нас было. У нас было? Да, но мы просто не снаружи стояли, бас потом забежали. И это. Потому что я вышла такая... Кремом тебе руки помазал, помыл, вытер такой, спасибо, спасибо. Нифига прикольно. Может, и чуть-чуть пораньше, потому что там сильно жарко, и мы не сильно танцуем. Вот, и ребятам остались танцевать. Музыка была очень классная. Я представляю, что там будет 22 мая, когда Диджей Калид придет. Там просто будет не протолкнуться, наверное. Мы, кстати, пришли домой, а у нас под дверью стоит посылочка из Walmart'а. Я решила... опробовать их сервис, заказать что-то по интернету, и просто за 2 дня пришла. Да? А ты не вчера заказывала? Или вчера? Нет, позавчера. Позавчера. Да, позавчера я заказала. Ну вот 2 дня. У них как и написано на сайте 2 дня. Давай посмотрим, что пришла. Причем ты заказала вещей 7, и они в 2 посылках пойдут, а не в одной. Вроде. Было написано так на сайте. Да, в 2 посылках. Потому что там кое-что с Walmart'а, а кое-что типа с посредников. О. Это таблетки для посудомоечной машины? Да, здесь 64 штуки. Такая большая пачка. Мне показалось, или там 63 написано? Ой, 63! 63! Цифры перепутала уже. Еще. Крем. Это крем какао-баттер формула. Многие знают эту фирму по крему от растяжек для беременных. Там еще беременная здесь нарисована. Я не знаю, я решила заказать другой крем. Он как бы подтягивает кожу, держит ее как бы в тонусе. Здесь чиабаттер, коллаген, витамин Е, эластин. Он вообще очень дешево стоит, и у него какие-то прям мега крутые отзывы. В общем, проверим. Все, больше ничего нету. Тебе должен еще прийти крем, да, Дин? Сколько я вещей заказала? 3 что ли? Какие 7? Не 7? Я помню 3 вещи. Я так просто сказал наугад. 3 вещи ты заказал? Да. Или 4. 4, наверное. Кофе еще тебе я заказала. Да, и крем. Этот. Какой-то. Кример. Ну. Тебе. Все забыл. Вот кример придет отдельно, и твой крем придет отдельно. То есть будет 3 посылки. Да, это так тупо, почему ни в одну ты не можешь положить. Очень странно. Так, ну вот это что такое, ты расскажешь? Это, между прочим, специальные приспособления. Хватит! Смотри. Прикольно, мне нравится. Мультипоппинг. Боже! Ты испугалась? Да! Ужас. Хватит пукать. Зарба ТВ! О боже, Паша. Все нормально с головой. Тихо, у меня бровей нет. Угу. Ресниц. И твои реснички. У нас такая отличная погода, и хочется выйти на улицу, подышать свежим воздухом, погулять, посидеть на улице. Но нам надо смонтировать видео, чем сейчас Катя занимается. Сидит там. Киса! Пока Катя за компьютером, я решил пропылесосить всю квартиру. И полы помыть, я чувствую, мы это сделаю, и мы поедем хоть на 15 минут, так на полчаса на улицу, подышим воздухом. Ты будешь еще? Конечно! А как, пылесосишь и не моешь полы? Ура, мы выбрались из дома, едем сейчас на пикничок к нашему любимому месту. Медленно иди, тут уточки переходят дорогу.
Где они? Вон кролики! Мы к ним уехали. Малявочки такие. Кролик! У нас-то есть для вас кое-что. Ну, куда вы? Такие мелкие. Они вообще такие малюточки, ну. Идите сюда, мы вам что-то дадим. Разбежались. Смотрите, там едет катамаран, и на нем песики. Прикольно. Здорово тут так. О, а там свадьба у кого-то. У него платье не белое, а бежевое какое-то. Ну да, бежевое. Бежевые тоже бывают. Она загорела такая, смотри. Невеста. Тут так красиво, прям так романтично, такая лавочка прям для нас. Да? Да. Утки. Сейчас они начнут к нам приставать. Да. Уже полутно. Угу. Ну, мы уже набежали. Вон плывет, смотри. Я не вижу. Паша увидел рыбу какую-то большую. Где я? Она вот таким размером была примерно. Каким, каким? Я тебе не шучу, вот таким размером. Вот как мы видели на Лейк Мид, таких здоровых. Да неправда. Я тебе отвечаю. Я испугался, аж думаю, что там за... Чудовище, да? Так красиво так, отражение в воде. Вода, посмотри, от домов. Смотри, прям какая-то зеленая, голубая. Ну, голубая почему-то она прям. Я ж тебе сказала. Она огромная. Так вон еще одна, вон правее. Офигеть. Ты посмотри, какие. Это карп такой огромный. Блин, мы на понтоне, он такой страшный. Вообще прям болтается. Офигеть, она огромная. Ну, а камера, кстати, не очень большая. Не шуми. Я рыб. Ищу. Я рыб. Ты рыб? Ты рыб? Ребят, мы уже дома, и у нас уже очень-очень-очень поздно. Поэтому будем с вами прощаться. Всем спасибо, кто досмотрел этот вложик до конца. И всем пока-пока. Пока-пока.